Давай в элеваторную. Давление проверить надо. Слышь? А чё? Оглох, что ли? Быйыл «Игла» фильміне 29 жыл. Қазақстандық Forbes журналының қолдауымен аталмыш картинаның сандық форматта жабық көрсетілімі болды. Атаңызға айналған «Игла» фильмінің режиссері Рашид Нугманов таспаның сапасына көңілі толмай, оның түсін өзгертіп цифрлық форматқа көшіруді ұйғарған. Легенда о Цое, о фильме «Игла» живет. Меня это очень радует. Но молодежь, в отличие от их отцов и старших братьев, не видела этот фильм на большом экране. Они видели или плохой копии, или на DVD, это тоже очень такого размытого качества. Сейчас у них есть возможность посмотреть этот фильм в реальном кинотеатре с хорошим звуком, с хорошим изображением. Режиссердің айтуынша, «Игла» фильмы кибер нашақорларға есірткіні тастауға ықпал еткен көрінеді. Да, я получал письма. Я их даже храню сейчас у нас в подвале здесь. Так и мешок или пару там. И среди них есть письма от бывших наркоманов, которые выражают благодарность и говорят, благодаря фильму я прекратил эту пагубную привычку. Да, есть такие. Фильмнің жабық көрсетіліміне келген танымал режиссер Ахан Сатаев «Игланың» цифрлық форматқа көшірілгеніне ризашылығын білдірді. Во-первых, сам фильм, он актуален, в общем-то, всегда так, классика. Можно сказать, что это культовое кино. И очень сейчас я был рад тому, что картинка и звук радовали глаз и ласкали уши. Все технически сделано очень правильно, я думаю, очень правильно было оцифровано. Ал бұл фильмді 28 жыл бұрын көрген Forbes журналының негізін қалаушы Арманжан Байтасовтың айтуынша, бұрынғы көрген «Игла» мен оның қазіргі сапасы әлде қайда жақсы, және мүлде бөлек әсер қалдырады. Вы знаете, мне показалось, что сегодня качество, ну или кинотеатр Cinemax хороший, да, там, или, я не знаю, действительно цветокоррекция сделана другая. Но мне показалось, что качество сегодняшнего фильма, оно лучше было, чем то, что я смотрел тогда в кинотеатре Алатау. Да, вот мне так кажется. Ну, может, это воспоминания такие. Бұл фильм тек нашақорлар мен сол заманның бұзақыларына ғана емес, сол кездегі дәуірге саяхат жасауға мүмкіндік береді, дейді бизнесмен. Ощущения, конечно же, очень сильные, потому что я как будто бы вернулся в то прошлое, которое для меня было, что ни на есть, самым настоящим, и вернулся в то время, в которое я жил. Вот эти вот двери, обитые кожей, вот эти звонки, вот эти вот телефонные аппараты, которые стояли на улице, и которые по 2 копейки мы звонили, и там можно было вытащить назад 2 копейки. То есть это все было, это все близко, само собой, эта волна воспоминаний, она сразу приходит, накрывает тебя через все тело, и ты начинаешь просто пускаться куда-то в воспоминания на волнах памяти своей. Аталмыш фильмнің премьерасы алғаш рет Алматыда 1988 жылдың 16 қыркүйегінде, ал Мәскеуде 1989 жылы көрсетілді. Енді бұл картина болашақ ұрпаққа мәңгі мұра болары сөзсіз.